С вами Святослава! Всем привет! Сегодня у нас будет телепатия... Салат Челлендж! Суть этого челленджа заключается в том, что мы ставим такую перегородочку. Я не буду смотреть, какие ингредиенты в салат будет класть Святослава. Святослава не будет видеть мои ингредиенты. И мы должны каким-то образом угадать. И сделать одинаковые салатики, да? Да? По максимуму, насколько это возможно. Первый раунд. Это у нас яблоко и груша. Так, мне кажется, Святослава выберет вот это. А я добавляю. Нет, не обязательно все, можно чуть-чуть. Так, я свой выбор сделала. Я тоже. Тоже сделала? Да. Тогда приступаем ко второму раунду. У нас второй раунд. У нас банан и апельсин. Да, выбираем между бананом и апельсином. Я Мне кажется, Святослава выберет вот это. Я выбрала. Я тоже. Все, готово, приступаем к третьему раунду. В следующем раунде у нас киви и грейпфрут. Привет, мои хорошие! Не забудьте подписаться на канал и поставить слава. Лайк. Нужно подумать. Думать. Я тоже. Потому что ей нравится и то, и то. Мне кажется... Наверное, все-таки. Я ем уже. Ты ешь? Yes! Все, я готова. Я тоже. Переходим к следующему раунду. Поехали. Как красиво получается, да? Яркие такие цвета. И вот что у меня. Так, приступаем. У нас белый виноград кишмыш и темный виноград. Мне кажется, Святослава выберет вот это. Ой-ой-ой. Все, готово? Ага. Ты там кушаешь? Да? Свята, ты ешь? Сейчас у нас в этом раунде будет хурма и слива. Так, мне кажется, Святослава выберет, наверное, вот это. Я сомневаюсь, я не знаю. Скорее всего. Ты уже положила? А я положила. Нет еще. Все, я готова. Я готова. Ты ешь опять? Приятного аппетита! Еще не готов салат. И привет нашим соседям, которые делают ремонт и не мешают нам снимать видео. Сейчас у нас шестой раунд, и мы будем выбирать между джемом и сахарной пудрой. Приступим. Если честно, сомневаюсь, как и всегда, да, я да, не знаю. Не смотрите. Не смотрю. Наверное, вот это. Вот это. Все, я свой выбор сделала. Ты готова? Нет? Ну давай. Жду тебя. Посылаю тебе свой выбор. Давай, чтобы у нас телепатия сработала хоть в одном раунде. Теперь у нас такой раунд. Йогурт и мед. Я даже знаю, что выберет Святослава. Но мне кажется, я знаю. Но я сделаю выбор свой.
то, что бы я добавила в этот салат. А я должна угадать, что ты выберешь. Ну, ты выбирай свой ингредиент, а я свой. Ну, ладно. Хорошо. Давай, мам. Я все, да. Ты все? Ну, добавляю. Yes! Готова? Ну, тогда переходим к следующему. Поехали! Сейчас мы делаем выбор между кунжутом и кокосовой стружкой. Так, что же выберет Свята? Я вот это хочу. Скорее всего, вот это. Yes! Все, выбрала? Да. Тогда что, переходим? В следующий раунд? Да. И последнее, что мы будем выбирать, это украшение нашего салатика. Я выберу вот это. У меня такая вкусовая стружка, еще это как тортик. Такой салатик получился у Святославы. И вот такой салатик получился у меня. Все-таки они отличаются. Можно перемешивать, да? И будем пробовать, что у нас получилось. У меня тут джем, потом кокосовая стружка. В принципе, можно убрать уже перегородочку. И что? Отличаются, да? Так, отличаются. У нас не совпало. Что? Виноград банан. Не совпал, банан. У меня банан, у тебя апельсин. И я грушу выбрала, а ты яблоко, да? Три несовпадения получаются. Три несовпадения. А нет, я еще сахарную пудру выбрала, а да. Ты что? Я джем, да. Джем. Какая вкуснятина. Я пробовать буду. Давай. Вкусненько. У меня вкуснее. У тебя он более такой твердый какой-то. Ребят, салатики получились очень вкусные. Мы пошли кушать. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки. Подписывайтесь на инстаграм Святославы и на канал Святославы. И всем пока-пока. Пока-пока.